довольны, что, во-первых, стало светло, в окна светло, это северная сторона, вот, и выходишь в чистоту. У нас же тут был лес, настоящий лес, который, да, тополя такие страшные были. Два двора одинаковых, два дома строились хозспособом давным-давно. Я живу здесь с самого рождения. Идея благородить двор, чтобы вышли и душа радовалась. Посажены каштаны вот по всей территории, розы белые. Прошел год эксплуатации. То, что удалось сделать здесь, это, безусловно, большая заслуга жителей. У каждой успеха и неудачи у нас есть своя фамилия, имя и отчество. Так вот у нас жительница Светлана, она взяла на свои плечи не только в процессе согласований проекта, да, дворовой территории, но еще и обустройство. Территория маленькая, выходит на проезжую часть, но она даже из старого кольца бетонного сделала клумбу. При помощи таких жителей как раз и создаются комфортные условия. А без любви, без души к двору, в котором ты живешь, не получится ничего.